Нет, покровительство природное. Блять, ну покрытие это быстрая хилка, ё-моё. Ну да, вот им можно вытащить. В Это основном фотами играешь. как флешка у креста, у хулипана. Это вот Ну, покрытие. типа того, да. Ну там, блядь, друида. Три хоты. Три, блядь. Какая-то вешается проком. Вот там вложение основное. Уложение, Будний рост. восстановление, и там есть проб, который 15 секунд в КД. Будний рост еще. Восстановление, оно долго висит. Она как бы Быстрое восстановление. помалу хилит. Но оно как бы кидается. Это так ситуативно. Если ты хочешь много целей сразу одновременно подхиливать, оно кидается. Ну, в редких ситуациях. Вот в РС в тьме, например, на Синдре. До того, как Синдра начинает опускаться, можно покидать. Типа предугадываешь, дамаг будет по цели постепенно. Ты... Да, можно накидывать уже, если хилбот стоит, или там вуду, или еще какой-то фрейм. Можно тупо накидывать на тех, у кого стаки. То есть вот она вдохнет сейчас, да, или, допустим, приземлится. Смотришь, на ком стаке в первую очередь тех накидываешь. Вечер добрый. Я играл в Буида. А можно кулачок по шаману, пожалуйста? Скляру говори, я каски раздал. Киньте третий пальцем Скляр, будь добр. К этому, к ханту и мясов, на. Кого, кому кинуть? Миликов кинь в третий пальцем. Нахуй там совы сидят. Нахуй эти совы вообще враги сидят, я не понимаю. Ну, в натуре, кикай нахуй. Скляр, плюс-минус чай поставь, пожалуйста, в Дискорде, ты не в Дискорде. Делюкс, ты тут? Братан, побегай вокруг, расслабляйся, я это, как МТ буду, короче, на жуке там, на всей хуйне. Паладин Скляра здесь нет. Да похуй на это паладин, давай, чё ты. Да мне нужно, чтобы он эволюционировал и дал кулак по вашему. Так чекни на Африка. Рыба есть у кого? Вон он крестик так, нажал, вот он тут нахуй. Напиши ему в белый чат, сука, заебал, кинь кулак. На мне есть кулак, мне заебись все. Походу ему слишком тяжелую задачу дал, блядь, надо было самому говорить. Это очень чтобы... тяжелую задачу. Поэтому я не играю за паладина. Потому что они, блядь, непосильные ноша. Я, сука, умудрился на двух персонажей только что разбафать всех, блядь. Блядь, у меня пукан говорит, давай запускать, что ли, тут. Подожди, француз заходит в Дискорд. Кто это? Слова, блядь. Нормальный персонаж. Дайте каску, а мне, пожалуйста. Короче, ну в пизду этого недоношенного, Делюкс. Если ты в Дискорде, будь добр, покричи на Арчу. Все, Арчу на пол. А че у меня не все бафы показываются? Тебе так показывается просто. Ты не слышишь, что говорю? Не слышу, что. Какой там говорит, можно? Не, это уже к совам, нахуй, я ебал с обрикой охуенно. Мастер, ты каски раздал? Да. Друиды, кто обучен лапы давать? О, спасибо. Так. Лок. Сафер с Генезисов. Лугай на лока, ты сам принимай его запускай. Поебать, пусть он стоит, он заебал. Добро пожаловать, герои! Скляр не бафает кресты. Товарищи, куда тут написать, на кого ролик? Лок по ДК, дай. В Дискорде канал общий. Какой из них общий? Какой там общий? Ну, общалка, да, называется? Я так понимаю. Да. Текстовые каналы, общалка. Шаман, это вроде у вас написал, есть MP5? Там... Нет. Есть сообщение. У вас энх в пати. Шаманы, один из вас поставьте на MP5 тотем, у вас энх в рейде. Я поставлю. Не я запустил. А что там у вас по анролу? Анролл бое плюс сфера рыцаря. Больше ничего анролла нет. Паладин второй, дай кулак. Не вот дадут вам кулака, он рак нафиг. Да он петух, похоже.
него вообще аура от тьмы на него стоит. С мелкими пидорами, блять, под босс. Пожалуйста, поставьте метку на танк. Блять. Цель-цели вас не учили? Да? У меня дон сломал. Снобольда вклеиваем. Снобольда под босса. Блять, мой приз был. А, ты паладин? Снобольдов залили, блядь, свели их в кучу, на. Вартвое право, ага. Вот кто там убегает, тут ёбаный рак, нахуй. Полена. Крест влились. Геру дали. Так, делюксы подошли, на ком зеленка. Я ж сам к нему прибежал. Кислотку добиваете. Взяли рейндж между собой, милики. Разбежались милики друг от друга. Так, БР раздали. Мастер ДЦ не резать. Осветителю БР, Саферу БР. Метки разошлись друг от друга. Уже вышли. Ой, ты видел, какую я ачиву утонул? Какую? Вот это класс. ПВП, что? Как я его утонул, блядь, еще? Ты убил своих. Какого-то лока, да, убил. Заебашил, нахуй. Вернее, лока. Сойти. Блядь, даже бары всем раздали. Заливается, заебал. Отличная чья. Силкан, ролл. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной лёд. Сражайтесь или погибнете, герой. Два паладина, одна аура, заебись, бля. Убежали от него. Кто не убежал, нахуй, минус 20 крон.
от балласта отошли, он балласт, ну. Ебать, там много лежит. Так, этот ролл сделаю в конце. Уясните моего... Бля, где я, на? Вот он, где он. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Блять. Да тут хули заходить-то? Чё, у тебя лагает? Я думаю, меня лиснули, блядь, нажал кнопку покинуть тело, грозный демон. Готовьтесь к забвению! Слышишь? Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Знать, еще их спотов нет. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Крацус, эридарский повелитель Пылающего Легиона! Ауру от огня поставь. Метку попросил. Что-то избиваем. Чуть брулока просил. Инферналы все влились. Казалось. Прикиньте, блядь. Шреддер сегодня первый день, когда ко мне прислушался, блядь.
почувствовали, он их захуярил, пацана, да? Я слышу, ну чё? Просто налил его зелёный фильм. Салю, да нет. Посарку, блядь. Давай вору еще, блядь, стаки, 10 стаков, нахуй, вон шоп сейчас. Че, блядь, ебанулись, нахуй, воруйте лещи, нахуй. Шаман, нахуй, вторая группа, блядь. Ты в Дисе, блядь. Блядь. Блядь, кто их знания кастанул? Смотрят один маг рейди нахуй, а ноль шипы нахуй. Шаман, который может снимать это говно, нихуя не снимает нахуй. Как это будет понимать нахуй? Да нормально, видишь, я нагнался, блядь, почти 12 тысяч. Ноль боешек, блядь. Шаман, как ты ебал бы по затылку, сука, чтоб глаза, блядь, на монитор вылезли. То, что, блядь, свой класс не знает, нихуя. Или мой, блядь, бесполезный, сука, так, блядь, горит. Они хотели запятнать честь Альянса. Праведный гнев, они ребята. Нас оклеветать. Я требую справедливости. Дерион. Рубаные бесполезные куски говна. Понял, по престолу тут не будет, давай сейчас. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса. Уйдите все оттуда, босс запущен, блядь. Это было лишь пробой того, что... Делюкс. Ну, Энх тем более, блядь, не мог поснимать, нахуй. У тебя есть два рестура, один Элем, у которого ГКД меньше, типа, требуется. Если бы ты попросил, чтоб я попозжил, я поп... Так что не вижу в этом проблем. Ты видишь один маг. Ну, я вижу еще при этом, что у нас Элем и два рестора, которые тоже могут поружить. А у меня ГКД, извини, до хера. Слышали историю, когда девушку изнасиловали, убили, блядь, при дохуя свидетелях, а никто, блядь, этот так и не вызвал, блядь, к полиции, блядь, потому что все думали, а они уже вызвали. Хотите такое же повторение, что ли? Bubblegum, ты в Дискорде? Во второй пати... Suffer, bitch! И в третьей пати два хила, так что ты один был из ДД шаманов. Ну тем более три рестора. Ну они хули, они рейд спасали нахуй, чё ты думал. Короче. Съебать нахуй. Смотри, тебе показать, как смотри, один очень сильно спасал рейд с 1.2к хпс. Прям вот, блядь, спаситель, я тебе говорю, он полотенце да, подносил. Спаситель, блядь. Ну вообще охуенно. Сырник. Ну так-то ничего страшного, это же обычка, нам всех похуй, блядь. Да еще за что разводить, давай говори, что кого бить и поехали. Соленый, на тебя эрдру, ты понял? Да, ладно, да. Я рогу хочу. На рогу повесь еще кого-нибудь. Мишка на роге. Не, я в плане, я здесь один рога, можешь меня повесить на кого-нибудь из хилов. Как хочет, пацана называет просто. Так. Арчена пол. Слышь, этот вар.
перекинь, который делился на другого бдилку. Меня рога вряд ли будет бить. У меня контроль будет. Корни вихрь. Suffer, bitch. А то у тебя не будет таунта эмуляции. Я хочу кое-какую хуйню послушать. Ханта первого или как? Ты слышишь, делюкс? Я сказал, череп. Не ДК. Дали Геру. На диспелах сидим, шаманы, блядь. Точечно пурджим. Мага диспела у нас нет. Хотя... Да уберите собаку от меня, а. Блять, подиспалил называется, сука. Ханта диспелим, шаманы, блять. Блять, пиздец, а. Шаманы, где диспелы? Ты уже на диспелился. Боб. А вы второму ДК не могли объяснить, что она притяжку сделала? Бары раздали. Ебать, мы ханта вообще не дамажим, да? Ноль диспела, ноль контроля, да? Рогай, сайт на хила. Я сижу как бы. Нахуй вы его контролите теперь, если я на нем сижу. Чебр, дай по какому-то друиду этот. Хильте, медведя. Некого тут хилить, на. Тут же рейдер пал, блядь. Хильте. Имба. Это лучшие представители Орды. Чё, вайп, да? Да. А чё за... ну... Рейд друидов, вы чё, долбоёбы что ли, да? Нет вихрей что ли на панели или чё? Я вам сейчас, сука, буду ещё всех нахуй расписывать, да, блядь, кто что должен делать? Конечно, что, блядь, никто не диспалил, даже никто, сука, косты не сбивал хилам, блядь. Я нормально держал друида. Да ты зеленый, блядь, в этом рейде лучший просто. Бэтмен, Бэтмен! Да, Бэтмен. Умирайте нахуй быстрее. Походу кто-то тут тактики не знает, да, блядь?
каждого моба расписывай, назначай на них людей, блядь, чтобы они просто были в чат. Заходим быстрее, Винс, я уже запустил. Бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Ну, такой уж прям хуйня не занимайся, там тебя никто не послушает. Сейчас только дизмораль больше будет. Сейчас я буду, блядь, не паладином играть, а сейчас я буду престом играть, блядь. Я там же на мас диспелился, нахуй. Ну, вообще, как бы логично, что ты лучше на прессе сидел. Да я того, сидел, что... диспелил. Пока меня не шотнули, нахуй. Так, Лимон отошел на 2-2-9. А, подожди, я еще первый по диспелу с учетом того, что 3 раза лежал. Интересно. Ну это смотри, это же пуржил ты, да? Ну а чё ещё? Ну вот смотри, Бузер, ты в Дисе? Я хочу просто поговорить с людьми, нахуй, пока я могу это делать. Давай, давай в рейд-чат попробуем спросить. Давай, Бузер, я не буду тебя печатать. Расскажи мне, пожалуйста, ты умеешь диспелить яд, болезнь и проклятие шамана? Бузер. Умеешь, да? Скажи, скажи да. Поставь плюсик, чтобы я успокоился. Алло. Ладно, хуй с ним. Второй паладин. О, шаман. Ник. Ник. Базука. Базука. Базука, ты в Дисе? Нихуя, в Дисе, да? Ты он тут, он тут сидит. Братан, ты умеешь диспелить проклятие, яд и болезнь своим шаманом? В этом боссе надо диспелить с людей, со своих, тех, кто с тобой в рейде, всю эту хуйню. То, что я линканул, диспелил 8 раз мастер. За 2 персона, хуй, в 2 окна, блядь. Чебурлол, что-то там, один диспел, нахуй. Осветитель, который один КД, ХПС, нахуй. Один диспел, нахуй. И вар, щитом один раз диспелил. А что, тотем не пишется в рекаунт? Нет. И чё, он охуенно диспелил рейд, да? От того, что там все в льде стояли, чё? В эфир диспелит, он тоже. Слушай, будь добр, раскидай с пятой пати шаманов куда-нибудь еще, в третью, во вторую, ну в третью, в первую какую-нибудь. Короче, какого хуя, когда существует, блять, вот эти нахуй, такая хуйня, как, блять, Дискорд, я должен все писать в рейд на. Потому что люди знают тактику. Тикай меня, ёпта, что ты теряешься? Ты в Дискорде. Он, наверное, говорит про людей, которые не в Дискорде, для них надо писать. А они-то знают все, они же не заходят к этому в Дискорд. Так нахуй кикнул, поменял все.
Тут-то дохуя дискерти, почти все, наверное, может и все. Сверчи на пол. Посижу на дискала. Паладин скляр, дай крест. Он нихуя не даст, он рак, ебаный. Пуляем. Танки побежали. Нахуй ты даешь, блядь, бомжей, сука. Тяните ханта, блядь. Целились. Беги, малышка, беги. На мне сало. Ты кап твой, не блядь. Дали Геру. Иди нахуй от меня, блядь, суки. Детеренс. О, убейте косты, вон Вилана стоит. Ебать, на хантаже хилит, вы чё? Куда эти фиры ему, я не знаю. Всё, я умер. Сейчас я тебя найду. Сейчас вихри дам, это не перед. Прайм, треугольник все. Шабат Мирик, отходите от меня. Шабат это Энг. Дайте ему корни или вихрь. Слышите, лучше корни Шабат киньте и все. Любой дроль. Вихрь, корни, Шабат. Вот отлично. Все, Пета можете это, паладина, изгнанием ферните нахуй. Пета любой пал покаянием, блядь, у стенки может остаться на минуту и забыть про него. Почему в рейде нахуй столько народу, блядь? Сложнее боссов. Я в фире, блядь. Так прибежали хилы, блядь, и 2 дд. О, махни, блядь, все. Блядь, милики, таунти все нахуй на себя цель. Беги, малышка, беги! Убили. Кому Бэр? Звезду бьем. Серных, а у тебя есть Бэр? Серных Бэр. Есть Бэр, кому дать Бэр? Серных тогда. Даю гимноману, блядь, где он меня, сука? Черник, если есть БР, поднимай суфер, суфера. Он теряет, короче, дерево на пару со вторым локом. Или Энх. Войда, хильте. Ой, сука, Роган. После Шабада Антар бейте приста. Похуй на мага. Антар бейте. Влились в хила приста. Съебитесь от ромбика, нахуй, пизде он даст с удара.
Троги, набирайте рунжу, кому он бежит. Аву, сова, а кто там стоит еще? Булка Завр, уходите от Троги, от него надо рендж вырвать на разработку. Дайте корни ему, да, и свалите, блять, от него нахуй. Он стоит. Круга вред бежит на лок. Лок, прожми раскол, суфер. Слышь? За лупа это все. Назло играем. Раскол, двони и все. Мага. Череп. Меня что, три, блядь, бяра влили, нахуй? Когда столько, блядь, друидов, я даже, блядь, не хочу называть ники, кого дарить. Что, есть еще кого-нибудь, Бэр? Может, меня поднимете? Потому... У нас здесь спелла нету, блядь, полки. Ну, Бэры у нас только 4 использованы. Меня чебурашка. Француз, Войт, Булькозавр, Сырник. Стою. С вами Ладора играем, друида. По черепу играем. Стан, вихрь, да, все правильно. Вихрь, стан, сбитие каст. Хоть не шарит этот, блядь, друид, что нельзя хилить на хрень. На меня руку бежит, смотри. Все, Вилана можно бить. Убиваем Куклепала. Ты иди нахуй, тромбика, блин. Целёный, блин. Ушел уже. О, смотри, ДК за мной бежит. Играем ромбик. Ромбик освободить, играем ромбик. Рэнджу только наберите от него РДД хил. Он агрится по рэнджи и по броне. Кого меньше всего брони, на тех агрит. Сейчас на меня прыгнет. Шокола добиваем. Ману, залейте бузеру, шаман. Добиваем ДК. Долго, да, ребят? Да. ТПС сутки нет. Я, сука, полбоя диспелил, нахуй, потом зашел паладином ТПС, и я 8 по ДПСу, что ты хочешь, блядь? После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целый. Лесните приста, пожалуйста, блядь, два топорика. Нормально так, Фурику.
Отличившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны... Тотемы уберите. ...поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся... Взяли все темные, побежали под белую. Кроме Делюкса. Делюкс берет белую. Танчит черную. Не будет тебя кулака, насколько тебе, блядь, непонятно. Да может он увидит и, блядь, бафнет все-таки в своей жизни. А, ну хотя вар, вар покричишь. Замей хуй. Надежда умирает последней, да? Блядь. Заполодил. Все, все. Да я забыл то, что вар есть, все, похуй на этого дал на ебаного, обоссанного. Умри нахуй. Вот поэтому я не играю паладинами, блядь. Все, блядь. Мастер, каску хоть дай. Блядь. Гера. Темная воронка. Ничего не меняем. Дал гимна хата. Пускай будет. Вара, а где крик на хп? Ой, блядь, на АП. Тоже дал на ебаный. А у него калак есть, так что соси ты. Калак. Калак. Ибо. Договор. Лучше быстрее дамаг. Велика. Смотри, какой черный медведь. Смена цели. Сдали белую, бьем кружок. Блять, думал первым был. Хорош выбор. Серьезно? Да, мы примем любой вызов. А, я не с теми ядами бил, все, я понял, я долбоеб ебаный, сука. Да не, просто на тебя кулака не было. И АП, кстати, вары, пидоры. Сори, конечно, что приходится вас оскорблять, но если вы так и есть, блядь, не можете крикнуть на ап. Хорош. Пидоры, пидоры, бары, пидоры. У вас только, блядь, в голове, нахуй, чардж быша, блядь, и покинуть тело. Упал в тело, да. Да ладно, кулак бафнул, ебать, все, не умирает спида, хорош, ебать. Люблю тебя. Умри от рака, да? Да. Че вы несете, ебать?
Бафните этому паладину, если чё, это, блядь, хождение по воде, пускай он сдохнет, блядь. Ты уже бафнул, ты доебался. Не-не-не, сейчас ДК я тебе кикну нахуй с рейда, если не уберешь. Всех трех нахуй, ты кашенька. Все, начинай кикать, а потом примешь, когда это... Мы упадем. О, ты люк сливнул. Да похуй без сообща. Танк нужен один, баблгум, баблгум. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твои... Блядь, дайте мне кулак нахуй. Шаманы, не вижу, блядь, у нас кляри хождение по воде, блядь. Пиздец, он живой. У вас, блядь, спалы нахуй долбоёбы, блядь, варят. Спасибо, РЛ долбоёб, спасибо. А не за что. Похуй, я могу тебе... А ты не знаешь, типа, что паладины могут давать только один баф, типа, хочешь, могу тебе сказку снять, дать тебе... Да я тебе, блядь, не за каску говорю, я за кулак говорю. Бля, я ему спамлю уже 5 минут, дай мне крест, ему вообще похуй, он не реагирует. Да он на туре крест, блин. Нахуй, ебаный. Давай кикнем его нахуй, просто в одну каску пойдем без крестов, без кулаков нахуй. Давай кикай его. Да он бафает, ребят, ну вы чё? Он ж бафает. Да? Серьезно? Я не вижу креста. А, блядь, здесь далеко с обитой зверь. Один вон только из озера вылез. А чё вы очкуете тогда? Сука, вот поэтому я паладинами не играю нахуй. Ну ты еще раз 200, блядь, повтори нахуй. Сука, вот именно поэтому, блядь, я паутинами не играю нахуй. Все, завтра ты умрешь от рака, проверяй. Все, блядь. Я уже завтра, если что, блядь. Я крест получил, блядь. Получил, блядь. А ты подходите, он... подходите к нему в очереди, а? Давай, давай. Как хуй знает, может это он... прапор, блядь, к нему нужно выстраиваться. Так ты нахуй, посоветуй ему в ПМ, пацан, скачай нахуй, вуду, ёбан, в рот. Или, ДК, спеклись в танка, блядь. Гайд ему, запиши видео гайд нахуй. Открываешь рейд нахуй, утаскиваешь группы, блядь. Ставишь, наставишь. Кто там дырался за крест, блядь? Почему у шаманов спиздили кулак? Кто там докричался? Негодяи нахуй. А, это шаман РЛ про крест? Блядь, дядя, шаман, еще раз говорю, у тебя все хорошо, может ты деньги на лечение скинуть? Зачем ты его ебешь по поводу креста? У тебя энг в пати и тотем на МП5. Что ты мозг ебешь? Давай ты выздоровеешь и будешь собрать. Да завязывай. Выздоровеешь. Давайте лучше убьем босса нахуй. Чем друг друга слушать. На 4 утра, блядь. Подожди, блядь. В одного потанчишь? Ну, конечно. Только жука, блядь, кто-то держите, нахуй. Сам этот страх кидай, который не подо мной, потом я его забыл. Пуляем. На сферах соленой посиди. Такие хуйни наверху летают, видишь, морозные, бей их. Хорош. Заведите на самолет. Трэш, чигра. Играем по трэшу. Бля, СТД бесит вешна. Трэш. Еще одна. На корме. Ч
чё это за хуйня? Нахуя ты ему лёд дал, долбоёб, блядь? Взрывание. Ну вот, нахуй. Да это лайк. Хотя можно по БР, давайте бить хуй. Нет, ложимся. Так тут еще и лечь охуеешь, блядь. Понял, нахуй. Типа, а нахуй он вообще пишет в рейд, блядь. Ой, блядь, каких только не бывает. Это еще хуже, чем паладин, блядь. Есть у кого-то хуевый спектанг? Да у где-то нормальный есть. Охуенный есть. Так, Bubblegum, черный список, блядь. Че он сказал, не будет танчить? Нет. И дай бог ему здоровья. Червь презренный, блядь. Да тут и без добора убивается все нахуй. Просто надо сначала трэш убивать, потом босса бить. Чё, кто вы там в итоге там? Только при этом трэш надо на льду держать. Блять, сука, нахуй. Где интернет пропал? Да ничего страшного, соберем на сигналы. Да пиздец, нахуй. Да нахуй. Чё ты страшно? Чё? Кто там танком будет? Походу никто. В смысле? Секунды, вес, АТК, танк, спектр. Хорошо. Ну, хорошо. Это говногомб, еба. Вы определитесь, вот вы, допустим, на правую сторону идёт, ну, шаг тянет свой, либо на левую. Кто что, блядь, риснули павших, блядь? То есть, милики, допустим, бьют его трэш, а ЭТД милики бьют его трэш, да, всё верно. Сейчас жуков просто сводили, чего, блядь? Сейчас жуков не сводили, сейчас жуки по рейду хотели взять. Ну это, блядь, а потом спрашивают, нахуя я лед даю, когда я, блядь, убегаю. Сука, одному жуку лед даю, второму конус холл, наверное. Блядь, это что за танец? Соленые тут? Нахуй. А, он охуенный. Был бы БДК, нахуй. Там даю баф. Так, 6-7 каски, это раздам, а ты скажешь, чтобы я спит и сдох. Так, я ему в ПМ написал, я надеюсь, он меня услышит. Проверяем. Да кикни нахуй его и замени. Да не надо, ничего, такие злые. Вообще, блядь, черти. А вдруг это девушка, блядь? Ей же хуже. Да пофиг. Не хз, хуже есть. Бабушка сидит хуем по лбу нахуй. О, бабу. Смотри, крест дал снова. Бафы каски на. Или чё там, кресты, блядь. Дай, пожалуйста, кулак по шаманам. Тот, который каски дает, я буду, блядь, смотри, он даже здесь бабахнулся. Чё, без него убивать? Иди сюда. Олег, нет, подойди сюда ко мне. Ты подожди, отстань. Не надо. Это, мастер... Короче, Рэл, дай, пожалуйста, по шаманам кулаки, и я с каской буду бегать этой барабан. Ммм, а типа Энху, да. Вара нет, ага. Нет, но... Спасибо большое. Вон вар же стоит, он же крик дает охуенно. Фулгеркин, будешь на сферах сидеть. Спасибо.
стало. Так. Все, пляем. Сферы фулгерки. Великий трэш под боссом. Я дамага не вижу в жуканах. Еще сука, говна в ебали. Говна в ебали. Почему трэш танчится отдельно от босса, я понять не могу. Что? Так. Потому что если жуков свести, они танк ваншотны. Бейте, ёба на рот. Поэтому жуки заливаются по очереди. Наверное, просто кастом надо сбить. Нет, они бахаются друг от друга. Понял. 80% у босса хп. Ебать нахуй. Да просто зарывание будет, не очкуй нахуй. Все. Все убивается, блять, я убивал уже. Жука налет. Убивайте трещина. Я убивал нахуй. 3 зарывания было или 4 у меня. Просто смотри, у тебя БР по времени. И сферы регенятся, нахуй. Герри они не регенятся, нахуй. Ну конечно, если их тут проебывать, эти сферы, нахуй, одно на одну, блядь, то тоже пиздец будет. Блядь, полазит на вторую. Беги, кого-то, в кого-то кастуешь там, блядь. Лимон. Чё, в эту хуйню, которая летает, чё такого-то? На лужу, босса. Он на ту лужу. Сводите, сводите, блядь, жуков под боссом. Будем волнуется, волнуется за меня, блядь. Первый стан пошел. Второй пошел. Кто никого в обычке, блядь, не шотит. Че, все, никого не шотнуло? Нет. The next level play? Маги. Под босса быстрее завели жуков. Жуков быстрее. Того жука. Хорошо, что там 10 луж на. Натуре. Я настакал. Настакал такой. Ебать. Такой маг, я ебать. Смотри, как сфер дохуя, да? Вот если бы в Герри столько сфер было, там бы и проблем не было, нахуй. Жуков просто на. Так. Бафик. Булькозавр, БР по скляру. Я тоже могу БР, но дай кого нахуй. Ну скляра БР. Топового, топового ратика. Смотри, еще базука погибнет. Ну я БР, но хули он безумный. Это мой приз сдох нахуй. Беги, малышка, беги. На лужу. Два взрывания только два, блядь, сняли, да. До берсы 4 минуты, надо. Да.
ж половину не снял. БР про ветер ДК. Чебурлоу. Босса. Чё, танка вон тут? БР. Сырник. БР не... никого. Да всё, там жуки ещё разъебут на мясо. Мясо, ДПС и нихуя нет. Да все тут хватает нахуй, только жуков как-то покруче надо бить, но. Тут надо их добрать. Одного кикнуть пало. Хуя. Все окей. Ну допустим, я пидора одного в рейде уже знаю, кто пидора сполнил. Вот Мануна, например. 99 тысяч в нерубского копателя. Это означает, что он просто хуй поклал на них. И на нас, на всех. Мануна, ты пидор. Когда, когда все хуярят по ляму в них, ты 99 тысяч хуесос. Просто третий в рекаунте жуков, мы стоим, дрочимся с ними, 99 тысяч. На два раза вторая так и дал, да, стоит, хуй сосет. Педрила, да, босса, нахуй. Суферер, нахуй. 100 тысяч, то же самое к тебе, нахуй. На линкане первые 10, кто ДПС от жуков? Меня что-то не показывает рекаунт. Не линканется, я в рекаунте смотрю. В полученном уроне? Нанесенный урон. Первый нубарак, второй там и так далее. Ну, два пидора я уже назвал. Даже я пол ляма нахуй этих жуков даю нахуй, вы по 100 тысяч. Вот Лок Суферер и Хант Мануна, два пидора. Скляр тоже пидор. Да, не, я не буду нахуй с ним идти, просто вот так исключить нахуй. Сейчас и тех двоих исключу нахуй, если вы не будете играть в них нахуй. Доберу поебать вообще. Ноль в жуков нахуй, 700 урона в жуков. Пошел нахуй отсюда. Нормальные просто. Ребята пойдут. 160. Я не буду смотреть на вас нахуй. Мануна тоже нахуй покинул, да? Пока добираю, блять. А, нет, он еще здесь, нахуй. Давай я ему в рейд напишу, нахуй. Пока добираю, можете покурить, но недолго. Есть какой-нибудь хламобот? Две или... минуты вариант. Нет, одна. Я просто не буду на них смотреть, нахуй, я просто их уберу, нахуй. Не поебать вообще. Бай сколько народу, нахуй. Не бьете жуков, сосите хуй, нахуй. Я, ну, чтоб другие тоже знали, нахуй, и этим перевет передавали, нахуй, кто с ними знаком, нахуй, с долбоебами, блядь. Я такую хуйню не хочу наблюдать, нахуй, если ты играешь, нахуй. Пришел в рейд, нахуй. Будь добр, бей трэш, нахуй. А 100 тысяч, нахуй, 700, то, что этот скляр, нахуй, дает, блядь. Это хуйня, нахуй. Это вы, нахуй, в своих рейдах, нахуй, так делаете, блядь. Есть тактика, одна для всех, нахуй. Очень много слова, нахуй. Ну, хули поделать. Нахуй, захуй. У меня, кстати, тоже там мало потреш, но смотри, я что-то сам тупанул. Я надеюсь, ты не ману, но и не суфер, нахуй. Я просто... Он рэп комбат. Я их увидел в рекаунте и понял, что они, ну, на нас хуй положили, вот и все. Ебать, один лям нахуй в трэш, блядь, ебать. Ну, ты представь, они тоже могли по ляму давать, этот трэш ложился быстрее, да? У тебя 285 ковар. Кроги, ебать.
Ну, зидом. Хламобот есть или дживс у кого-нибудь? Поставьте, будьте. Блять, я умудряюсь как-то на двух персонажах одновременно, блять, бафать, это пизда. Сейчас бы одновременно бафать с двух персов, ебать, не умудряться. И быть вторым по ДПС. Первым, походу, в трэш, блять. Нажал баф, ебать, альтап, нажал баф, все, и пошел бить. Хорошо, что у приста массовый баф, это пиздец. Это благо, у тебя эти реги есть. Это да. Так бы, блядь, фокус, фрейм, блядь, таргет брал бы, блядь, по одному. Да, на времени. Сразу ушел один. Хорошо. А в каждом, короче, минутку. Крога. Сейчас бумагам, сука, просить сумон, это пизда, блять. Ни одна боешка не упала, это пиздец. Только много народу писало, мне сейчас никто не пишет. А, это прикол такой, кикать, типа, пока на перекуре, да? Поговорить о работе. Ну, в смысле, лока кикнули. Какого? А, ты суферер, вот этот лок? Ну. Ну, расскажи мне, пожалуйста, почему 100 тысяч у тебя жуков? Я тебе расскажу. Хорошо, давай, наверное... Ладно, короче, так, во-первых, кикать, наверное, все-таки нехорошо, да, пока чел АПК стоит, ну, и поговорить какая тоже, тактика признаешь, на ну да, хуёво, хуёво шажков, я не очень спорю, плохо. Но ты должен сказать, что и будете пулить жуков, я вас кикну нахуй, так должно быть, а не что, ты увидел, что они не пулят, ты сразу кикаешь. Ты ждёшь сначала, чтобы тебе такое сказали, потом начинаешь бить, так, ну, извини, да? Ты пугов набрал, я не спорю, я как долбоёб сделал, но так или иначе. Ну или смотри, с этим, короче. Смотри, если ты будешь бить жуков, то иди, пожалуйста, дальше. Хорошо. Да тебе... нет вопросов. Хорошо, я понял с первого раза. Играй хорошо. Да. Тогда к тебе не будет, будет ни кикать никто не будет, и ты не будешь разводить никаких разговоров. Ладно, все, ребят, давайте рыбку поставлю. В честь примирения. Все налетят, да? Сахар, заходи и ставь в шкаф. Зашел. Не, ну там микрофон, второй бывает. такой же, как ты есть, Хант, он тоже там ДПС, третий по ДПС, нахуй. Но то, что он жуков не бьет, это никого не ебет, нахуй, он просто покинул рейтинг. Лок не слушай никого, ну, играй душой. Будет хорошо. Не, ну ты сам видишь просто, что жуки долго умирают, надо как бы играть. Тепляшка. Я в них пол ляма набил, ты 100 тысяч, и тот Хант 90 тысяч. Так вот я так понял, пока станы были, блядь, никто не умирал с танков, да? Ману напишет, Хант 256. Ну да. Да, смотрите. Я не буду его брать. Сука. Тупо кикнули, ебать, тут Хант 256. Пойду в другой рейд, короче, да? Да. Короче, у нас протопал, ДД. Спекайся в ДД.
Хорош, хорош. Неплохо, неплохо. Забирай, Вайт. Здорово. Так. Плановой. Дай БР по мне. На сферу сына. Кулгиркин сфера. Жуков бью, проверяй, на меня агро. Ваншот. Проверим. Да чё, зачем? Это спонтанный этот, блядь, паук, кто сагрил, блядь. Давай, это, повайпайте себе. Нахуй вы хилите БР идти, тратите БР. Хуй то есть. Кто спулил? Я что, видел нахуй? Не видел. Пулил, короче, танк на поводине. Кастанул бабл и хардстоун. Сейчас посмотрим, кто спулил. Как мог танк спулить, если, блядь, он кормовому здесь. Так правильно, он камень кастанул. О, бабл хардстоун, или он говоришь. Так, сейчас еще на хуйня, нахуйня этот, блядь. На ЧС. Как его там ник был там, блядь. Кишник, да? Это, наверное, ДКшник, ебать, с другого аккаунта зашел. Да полебас. Чё ты, блядь, смысл вообще? Хорошо, еще один ЧС. Я знаю, таких уебков в циркуле тоже было пару раз. Еще рыбка пока целая. Блять, почти успел, блядь. Бедная рыбка. Ту, сука. Так, эту хуйню засумоним перед пулом, на. Чё-то мне кажется, что это кишмишно. Да, он с паладина офнулся, это он, нахуй. Ебать, каких только чертей не бывает в этой жизни, ебать. Теперь так, заходим, сейчас фури баф раздадим, пересумоним его и сразу пуляем. Вой, тут? Тихий пук уже доверия не внушает. Тупо тихий пук. Где у нас друид? Нормально ты на шамана нагнал. Ну все, тут хант пишет мне. Да нихуя не нагнал, чувак. Че с пулей опять? Он, да? Он? Да. Кого из пули? Это кто, вар? Да. Кикни его, пожалуйста. Пронто? Я прям вот как чую то, что, блядь, тихий пук, прям, блядь, вот как чую, отвечаю, ну. Мне надо всех его персов, я буду дальше сейчас добирать, ну. ДК, обратно, нахуй, танк, спеклись. А чё, я опять один был в танке? Да. Падайте, мужики. Так, мне ещё одна его тинка надо. Так, хорошо, блядь, еще одного тинка не гоню. Откуда ты знаешь, что это именно он? И он. Я знаю таких уебков еще с циркуля, блядь. Ой, блядь. Я сказал, не сумоньте его нахуй. Нахуя вы его суманули, блядь? И гости
обещал, господин. С какой он гильдией был? А чё, пацаны, ин сломали? Да не, сейчас ещё раз. Ну ещё раз, подай голосок. Ну чё ты сышь, братан? И всё пускает. Ты думал, я тот хант или чё? Ты мне это говорил? Так, при чем тут хант? Я ДК ищу, блин. А, я понял. Я просто думал, ты со мной. Да и хуй на этого ДК. Так, ДК с пекой, сафтанкой, ветер. И же убьем эту хуйню. Этого мага не сумоним, шкаф не ставим. 24 убьем. А чё, маг этот хуево, что ли, какой-то? Ну, а до греха подальше. А зачем его взяли тогда? Я-то взял, нахуй. Мы всё сделаем по-другому. Спокойно, гильдии магика. Магистка, да? Юнионов. А потом сразу ЕГМ и юнионов найду. Так, заходите, вой, тут. Погоди, не факт, что он тут пидор. Давайте его суманем, узнаем. Нет. Они уже тут. Эти маги уже тут. А, стоит тут два мага. Фига, нет, устремленные. 24. Так. Делаем следующую хуйню. Так. Ставь шкаф, лок. Вот, будь наготове, нахуй, блять. Будь наготове его кикать, короче, сразу. Да. Сука, хочу, чтобы он как-то, блядь, КД получил. Как, блядь, это сделать? Пацаны, 24 человека ждут, когда один чел обосрётся, блядь. Сейчас суманить его, я уже триксы кидаю. Да, РЛ, напиши, короче, капсом. Мак, пуляй. Давай, Вайт, пуляй. Трэш вливаем. Трэш забери, вой. Так, БР дайте. Сырник, дай БР построгу. Дали уже, все хорошо. Ты лучше по никому говори. Француз дал. Трэш вышел. Забираем трэш. Так, балласт. Дай БР повару. Так. Ушли с шипов. Как и обещал, господин. Ты смотри, Макс стоит в АФК, блядь. Даже почал бежать, блядь, начал, блядь. Блядь, престол надо съебаться. Я куда, блядь?
сейчас босс вылезет, блядь. Трэш. Это ДС, то самое. Иди его под босс. Да так захуярят, а. О, сейчас и ХП быстрее у него уходит. Ну. Или пока кикать не начнет. Энф, стопани дома. Ну бей там, если его не смотрит. А он не в Дискорд. Да, так. Это не Энф, это Элли. А, нет. Это да, наш бейс. Беги его под босс. Все, и там убьется спокойно босс. А вот и гости заявились, как и обещали. Блять, только не приста, ебать. Так, магиска, блять, магиска, ну. Сдох, ебать. Но он 9к ДПС давал. Нормально. Значит, нормально. Строго. Значит, я бэрну его, да? Ты бэришь? Да, поднял. Желавка, желавка. Минус осветитель. Сферы, сферы. Ну, более там один косарь ХПС. Поебать. Сферы разбивайте. А их нет. Их, бля, разбивать нечего. Я дал все, да? Хорош. Одна лужа. На нее я видел. Маба тоже второго под на лужу. А Геру когда даю? Геру на трипле. Дал стан. Трэш, блядь, по рейду гуляет. Все. Прогулял. Дыкай по небам же. Булкозавр. Бэр по нянси. Кому бы? Геру дали. Что там, жук есть, что ли, что сафрил? Рейд на фул не поднимаем, на 30% где-то. Только танков поднимаем на фул. Строго сова или кто? Вот. Ебаники сами. Дискорд. Блядь, не на того кинул. Шип бабка, да? Блять, наконец-то эта хуйня. Это я просто трэш бить начал. Молодой. Ой, сразу две ткани упало. Это все мне. Это все воздал. Ша, я на приста заберу, блять. Витрине, нихуя себе, я молодец. А чё там теперь по трэшу? Стоп, а кому я все это отдал, блядь? Ты что, на приста все скинул, да? Да. Ну что там власть